Ребят, я собираюсь с Дискорда своего, с Дискорд-сервера, там я зашел, с ребятами поговорил, и там мы сидим играем. Если тебе интересно, можешь на Дискорд зайти, ссылочка там в описании, но не заставляй. Суба-дуба-дуба-пада-па-па. Е-е-е-кря. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой поиграем в Among Us, но при этом мы играем сегодня с ребятами. Сегодня мы играем, ребят, поздоровайтесь. Привет. Вот, с этой огромной кучей людей. Мы сегодня будем играть, правила мы обговорили, все мы обговорили, поэтому мы сразу стартуем, и ты совсем разберешься, короче. Мы можем разговаривать только в процессе голосования, то есть в процессе самой игры говорить мы не можем, только во время голосования. Если что-то будет плохо, ну, что-то неправильно, то в следующих сериях... В следующих сериях мы совсем разберемся. Все, отлично, отлично. Я просто обожаю эту игру. Я просто ее люблю. Потому что... что да. Они меня не слышат, если что. Не удивляемся. Они не знают. Они ничего не знают. Черт, нет, я ссу. Слишком много людей пока что. Поэтому давай просто будем пока что выполнять задание и не палиться. Наша задача первого кого-нибудь убить. Сука. Отличное начало для игры. Отличное начало для того, чтобы сделать что-то полезное. Отличное начало для того, чтобы, блядь, поубивать людей. Так, надо в управление подойти, кстати говоря. Что там у нас по админке? В кислороде один чувак. Пойдем в кислород. Телевили-трали-вали, в кислород мы залетали. Опа, здорово. А кто это? Ой, а кто это? А, в хранилище есть кто-то. Нашли тело. Так, а где найдено тело? Дайте мне слово. Я нашел тело рядом с кислородом. После того, как, собственно, закончил задание, он просто с Аюри валялся трупом на полу. Все. Адеп, я, где? Я стоял у камер, я видел, как Андрей убил человека. Опа. Андрей. Кто говорит? Я. Кто я? Коша. На камерах как ты мог видеть, что там кто-то убил? Там не показывается, насколько я знаю. Коша, а может ты тогда трейдер? Потому что я сейчас проходил мимо как раз камер, и там не было никого. Я буквально сейчас в камерах стою. Нет, ну подожди, Винди, я бы тебя бы тогда увидел, Паул. Нет, я вот сейчас прям в камерах стою. Я туда пришел только что. Я только что оттуда вышел. Долбоёб ты, долбоёб, блядь! Ты же за меня! Чё я-то? Все, молчим. Короче, я скипаю. Вы как хотите, я не знаю, на кого голосовать. Это опасно, но все равно давайте как-то пока пропустим. Пока еще можно. Окей. Первая выбор. Эндер меня подставил. Дурачок, надо было сказать, типа, да, я тоже видел. Да, я тоже не знаю, типа, что тут происходит. А то, что он вот это вот выполняет? Что он вот это вот делает? Что он вот это вот говорит? Я видел, надо было... Ох. Мы с тобой хорошо работаем. Нормально, я рад. Я доволен. Потому что меня спалили, да я на ходу придумал, внезапно придумал отмазочку для того, чтобы со всем этим разобраться. И это прям я доволен. Так, теперь, давай создадим саботаж для того, чтобы вырубить электричество. А, это дверь, кстати говоря. Они бегают тупо толпой, я понял. Так, да, а электричество вырубить не могу, да? Могу, отлично. Так, вырубили электричество, пошли в управление, посмотрим, что у нас тут происходит. А в щитах один чувак стоит. Эндер, это он, хорошо. Это мой совет, товарищ, мой сотоварищ, мой помощник. Здорово. Привет, дружище. Нормально. Так, пока что вроде бы не спалено. Хотя сейчас, я думаю, будут проблемы. Итак, кто где? Смотрите, где? Коша был найден справа снизу. В последний раз. Справа я снизу это где? Только в Индии, поэтому я подозреваю его. Так, я буду говорить чисто в свою защиту. Где, на секунду, где ты меня видел? Я только я что видел, пришел сверху. Проходили с тобой. Где-то кто ты? Справа? Скажи, это пожалуйста. Эши Банни. Ага, понял. Голубенький, если так. Честно говоря, я тебя не видел, но я думаю, ты говоришь правду, я не знаю. Но я тебя не видел, если честно, но ладно. Нет, ну серьезно, я только тебя справа видел, а так только бегал слева, реально. А трейдер может бегать по вентиляциям, ты в курсе? Да, я в курсе, потому что я в эту игру уже где-то хотя бы 50 часов наиграл. Вот, поэтому я предполагаю, что если бы я был трейдером, я бы не был достаточно туп, чтобы бегать на своих ногах, учитывая, что вентиляции существуют. Чувак, вот далеко от вентиляции был? Вентиляция там рядом. Ну. Окей, хорошо, какие предположения тогда? Вы видели Кефи? Лично я. На складу. На складу. В принципе, рядом, а потом он пропал. Ну потому что я не видел его вообще. И он сразу пытается придумать себе оправдание про что он качал данные. Нет, он не качал данные. Я посередине.
Интересно. Но меня смущает то, что я не видел Кефи. Но я не буду тут ничего утверждать, я не ебу. Давайте за Кефи, я думаю, на самом деле. Потому что надо что-то делать в данный момент. Да, ну да. Просто сейчас, если не того выкинем, то мы проиграем, знаешь. Ну, если выкинете не того, тогда выкиньте меня в следующий раз. Давайте, чисто ради эксперимента, хотя бы кого-то. Если мы сейчас даем, остаемся, два импостера, два... Хоть вы кого-нибудь убить. То проигрываем сразу. Ну, тогда надо делать какое-то решение. Иван? Эндер, топи, блядь, заебал. Ну, сосать. Прощай. Да. Что ж ты будешь делать? Ну что ж? Ну что? Логично. Я тебя видел справа. Ну а хули ты мне тогда поверил, дурачок? Она там сверху, ты чего? А я еще с Эндером ходил как дурак. Мне нравится. Я тоже, кстати, с ними в кучке ходил. Эндер, ты вообще балда, я тебя вначале... Меня пытается этот Люа подставить. И ты такой, да, я верю, Люа. Не, ты дурачок или что-то? Нет, я подыгрываю, что я тоже нормальный человек. Да блин, ты меня чуть не слил. Хорошо, что Люа такой успокоился, и ладно, я не буду. В общем, в первый раз мы победили. Я припустил, как же классно, мне нравится. Если мы на этот раз снова проигрываем так быстро, то меняем на один, а то как-то... Кто проигрывает? Кто проигрывает? Мы выиграли. Мы выиграли, да, это правда, мы выиграли. Молодцы, я за вас очень рад. Просто трейдеры хорошие, понимаешь? Так, все, второй раунд у нас с тобой пошел. Теперь у нас один импостер, потому что два импостера это слишком жестко. Теперь у нас один убийца. Среди нас. Я ничего не настраивал, окей? Я ничего не настраивал. Я вообще ничего не настраивал. Это не моя вина. Я в этом не виноват. Я не знаю. Я не знаю, как это все произошло. Я не знаю, как это все получилось, потому что я ничего не делал. Ну, меня, наверное, тут спалит. Потому что одному импостеру очень трудно со всем этим разбираться. Одному импостеру очень тяжело пытаться справиться тупо со всем. Ему очень тяжело справиться со всем. Поэтому я не знаю. Я не знаю. Я просто не знаю, понимаешь? Я просто не знаю. Где был найден Иван? Где? Кто нашел и где? Нашел Сайори, где? А, он пишет. Не помню локации, но Алекс Бит. Подозреваешь Алекс Бита? Почему? Короче, скажи примерно, что там было. Он стоял, пипикал в оружейной, и Алекс Бит убегал после того, как нашел тело. Я читаю, если что вам. Так, свою защиту... Новое слово изучено. Пипикать. Ну, Алекс Бит. Хочу сказать, что... Говорю, я бегал и проверял Сайори и Деба, то есть... Я не находился... Почему ты не выполнял задание? Потому что я дурачок. Блять, ну это слабый аргумент, дружище. Ну да, это звучит, да, я согласен, это звучит очень подозрительно, и сейчас большинство просто за меня проголосует, но я вам говорю, я, странно сейчас прозвучит, я не предатель, то есть я со следующего могу начать выполнять задание, просто я чуть-чуть дурачок не нашел. Плюс, к тому же, я все-таки первый раз играю, я не помню еще, где все задания находятся. Плюс вы не видели меня бегающего. У тебя есть карта? Чего? Слушай, не обманывай меня тут. У тебя есть карта. По карте написаны восклицательные знаки. По ним довольно четко понимать можно, что нужно делать. Но лично я не видел карты. Ты не видел, блядь, карты восклицательных знаков? Я не видел, карты, да. Я дурачок, я сказал. Блин, ну не знаю. Я согласен, это очень подозрительно, но я бегал с Дэбом. И Сайори меня точно тоже видел. То есть, блин, хз, братан. Сори, я не знаю, я никого не агитирую, но ты выглядишь подозрительно, я за тебя. Я сам говорю, что я согласен с этим. Но я видел Эш Банни пробегающим куда-то вправо, тем временем, Эш и Банни. Каким вправо? Я проводил вправо только карточка, рядом с кафетерией в администрации. Или как вы ее называете, это ваше новомодное управление. А дальше я пошел вниз. Ну тогда у нас два, по сути, подозрительных тогда человека. Первый Алекс Бит, сейчас проверим. Блять, тогда Эшибани, кто первый за него топил? Кто первый начал за него топить? Все, молчим. Сука. Как же мне нравится, людей заставлять друг с другом воевать. Все, исправляем, такой др-др-др-др-др-др-др-др-др. Работаем в поте лица. Так, я ничего не могу тут настроить, если что. Вентиляцию я не запрыгиваю принципиально, потому что нахрен оно мне надо. Вентиляцию-то запрыгивать мне это не надо. Вентиляцию запрыгивать опасно, палевно и фу, поэтому я этого делать не буду. А они вообще свет починили, нет? Мне интересно.
Потому что я вот насчет света не понимаю. Вот это вот мы типа все чиним, типа работаем, работаем как можем, понимаешь? Работник, работник это я. Пошли посмотрим, что у нас в этом, в генераторе. Потому что в генераторе нужно таки разобраться. И вентиляция, и вентиляция. Опа, вот сейчас бы я выскочил. Вот сейчас бы я выскочил довольно интересненько. Так, ну здесь тоже довольно опасно на самом деле. Так, здесь был Сайори Кьют. Я не знаю, можно, конечно, самому спалить. Так, где я труп? Нашел, если я правильно понимаю, это электричество, но я не уверен. Вроде так, бы, это снизу, который снизу... Проводки, да? Да, 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 там обычно, насколько я понимаю, свет да, ломается. Да, 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 оно. Так, смотри, если говорить так, то снизу я был только... Да, электричество чинил и сразу свалил. Если говорить так, то в это принципе... Это говорит о Шибане? В электричестве убийство самое простое. Да, это говорю я. Потому что там мы просто-напросто можем заблокировать дверь и убить и свалить с помощью вентиляции. Я там давайте сейчас, когда заходил, думать, дверь не была заблокирована. Вентиляции. Да, значит, берем счет вентилятора. Куда она может вести? Она может вести в лабораторию, насколько я знаю, и левее нее комнату. Я когда пробегал мимо, я и, видел наверное, выбегающий вот из той комнаты реактор. Сайори Кьют, но не знаю, Сайори, можешь себя оправдать? Профануть? Я думаю, что возможно это Сайори, потому что насчет Деба... Ну Деба хотя... я видел, он по-моему бегал, я, он по-моему вообще... не там был, но я не уверен. Вот прям вообще не уверен. Деб, ты как? Вполне возможно, что, это Сайори. Я туда-сюда, налево-направо ходил, задание выполнял. Ну вообще так. Видел Сайори там, что-то на нее есть ага. Какие-то некоторые то подозрения. Есть там пробегал Сайори, по-твоему? Ну вот солидарен. Слушай, Сайори, ты такой вот капитан очевидность, спасибо. Ну короче, мы знаем, что убийца это человек, он может говорить. Вау. Супер, Сайори. Очень это хорошее кофе. Оправдание. Ну короче, я подытожив, я видел Сайори, который там пробегал. Я не уверен, что это убийца, но нам нужно что-то делать, поэтому я за Сайори. Я видел, как он там выбегал нужно, из той комнаты, которая левее. И левее лаборатории. И там как раз лаборатория. Какой же я мудак, какой же я мудак. Да блять, кто? Эш, да, кто? Деп? Почему? Дэп. А, все, молчим. Молчим, молчим, либо молчим. Дэп, либо ты. Блять, либо Деп, либо ты. Нас двое осталось. Конечно, либо Деп, либо ты. На самом деле это очевидно. А я по сути победил. Мне осталось просто убить двоих и все. Мне осталось, точнее, убить одного и все. Осталось убить одного, понимаешь, и все. И я все сделал. Так, нужно... А почему я не могу вырубить электричество, я не понимаю. Почему у меня это не работает? Так, здесь есть починка какая-то? Вот здесь, по-моему, что-то есть. Так, а почему я ничего саботажнуть не могу? Как это работает вообще? Как это работает? Почему оно не работает вовсе? Где кто-нибудь? Здорово. Да, да, сука, да. А я сказал, что я... Вот надо что, было отвернуться. Вот это было, короче, всего. Я был святым просто. Если короче, сразу говорю, Винт себе подкручивает импостера. Вот давайте, вот прям... А я не знаю даже, как это делать, если честно. Вот какой-то сторонний софт нашел. А, ну да, 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 читер, читер. Стопудово. Что там в интернете гуглишь, это бесплатно, знаешь, большую кнопку скачать там на сайте. Нажимаешь. Да-да-да, скачиваешь видео. Да-да-да, как стать импостером? 100% увеличить себе импостерскую вот это вот на 10 сантиметров, да-да-да. Увеличить свой мозг на 10 сантиметров. Чтобы побеждать в импостерах. Ну и на этом все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Попрощайтесь, ребята. Пока. Аривидерчи. До свидания. Вот, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся с вами в следующих сериях. Пока что на этом все. Это было... Хуйня, почему ты уже второй раз, это было дико интересно, дико весело. Я вот в это играть с друзьями намного веселее, чем играть в соляру. На этом все. Надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал. Пока. До скорого. Удачи.